Я очень рада, вот я все время рада всех представлять нашу гостью из Германии, Кэтрин Кюхлер, глава фестиваля Дрезденского фестиваля. Очень рада, нам помогает Тина Тин, вы переводчица, вы глава проекта «Культурные мосты». Кэтрин первый раз в Грузии, в прошлом году Кэтрин прислала приветствие фестивалю, и вот сегодня... На этот раз, на третий фестиваль, Кэтрин приехала сама. Your impression, ваше впечатление о Грузии. Для начала самой Грузии впечатление. Also ich bin das erste Mal in Georgien, in der Tat. Es ist mein erstes Mal auf diesem Festival. Ich habe schon sehr viel davon gehört. Я первый раз в Грузии, на этом фестивале, много об этом я слышала. Als ich im Flugzeug saß und in Tiflis auf dem Flughafen gelandet bin, war ich sehr aufgeregt, was mich die nächsten Tage erwarten wird. Ich wusste, dass das Festival ein ganz anderes Festival ist, als ich das bisher aus meinen bisherigen Erfahrungen kannte. Я думала, что фестиваль будет иметь совсем другой характер, как из моего опыта я для себя представляла фестиваль. Viele Festivals mit dem Kurzfilm- oder Animationsfilmfestivals sind riesig. Ja, tausende von Leute, tausende von Besuchern, wo man viele, viele Filme sieht und viele, viele Leute trifft, aber auch keinen Kontakt wirklich herstellen kann. И во время презентации анимационных и короткометражных фильмов у нас в стране огромное количество людей, но там проблема, мы не можем в диалог вступить и иметь контакт друг с другом. А здесь произошел очень близкий контакт между людьми. Oftmals sind diese Festivals auch in riesigen Metropolen angesiedelt und hier ist alles anders. Там и огромные метрополии связаны, а здесь совсем по-другому. Als wir mit dem Bus hierher gefahren sind in das Hinterland oder in das Land hinter Gori, hinter Tiflis, war mir nicht klar, wie klein und wie ländlich es hier in Nikosi ist. И когда я в автобусе с Гори ехала и прибыла сюда, думала, какое маленькое место это Никоси. Umso überraschter war ich hier hier Menschen vorzufinden, die sich dieser Kunst widmen. И я была приятно удивлена, когда увидела здесь много людей и людей, разбирающихся в искусстве и представителей искусства. Die mit unglaublich viel Herz und Enthusiasmus dieser Kunst eine Plattform geben und dieses Festival gegründet haben. И эти люди платформу фестивалю создали со своей сердечностью и внимательностью и доброжелательностью. И какую-то ответственность они взяли на себя. Und ich bin sehr froh, hier Gast sein zu dürfen, um einen Teil von meinem Festival mit hierher zu bringen, um quasi diese kulturelle Brücke zu schlagen zwischen Deutschland und Georgien, einen Teil von Deutschland mit hierher zu bringen, aber auch sehr, sehr viel mitzunehmen, was ich hier erleben darf. И я очень признательна, что я смогла сюда привести часть моего мира сюда, искусства, и могу создать мост и между западной и восточной культурой. В культурных мостах принимаю участие. Спасибо. А что значит часть вашего мира? Ich habe einen Teil meiner Kultur von meinem Festival Filme mit hierher gebracht. Часть моей культуры я привезла сюда, где импульсом я являлся этот фестиваль фильмов. Фестиваль Дрезденский. Да. Окей. Если вот что-то такое в Грузии, что может дать импульс для какого-то обогащения вашего мира, что можно? Also die Erfahrung, die ich hier sammeln konnte, war eine wahnsinnig große Herzlichkeit, ein direktes Aufeinandertreffen der Leute, die dieses Festival hier machen. Das ist sehr, sehr untypisch.
Для меня это особенно и нестандартно, чтобы люди с такой гармоничностью относились друг к другу и сердечностью, и так близко были друг с другом. Ich bin gespannt, dass, oder wir hatten ja in Dresden dieses Jahr auch drei georgische Animationsfilmemacher, Sandro, Irakli und Elena. Сандро, Иракли, Элена были представителями Грузии, и в Дрездене мы представили эти фильмы. Und jetzt sehe ich Sie in Ihrer Heimat, also wie Sie hier leben, wie Sie hier arbeiten. Сперва я увидела их фильмы, а сейчас приехала и увидела их родину, как они работают. Kulturaustausch auf der wirklich sehr, sehr individuellen, persönlichen Ebene. Und на разных уровнях личных проходит обмен культуры. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Austausch dazu beiträgt, dass wir auch in Dresden oder in Deutschland generell mehr Filme aus dieser Region zeigen können. И хорошо будет, чтобы эта обменная программа культуры и встреч так проходила, чтобы в следующий раз я имела шанс больше фильмов повести в Дрезден с Грузии представила бы. Я понимаю, что мало знакома с Грузией, ну просто не было еще возможности близнака с пейзажем, и с пейзажем, и с каким-то, ну более глубже познакомиться с Грузией. Ich verstehe, dass Sie haben nicht viel Möglichkeiten, viel in Georgien zu sehen. Однако вот все, может быть, интуитивно, на каком-то интуитивном уровне, что может дать и вообще западная культура, именно германская культура, ну немецко-германская, как угодно можно сказать, грузинская культура. Что может помочь? Вот что новое привнести? Возможно, это даже взаимоотношение культуры условного Запада и условного Востока, потому что тоже понятие Востока, конечно, в Грузии условно по отношению к чему в зависимости. Kann man genauso andersrum formulieren? Was kann die georgische Kultur der deutschen Kultur bringen? Это можно по-другому сформулировать. Не немецкая культура Грузии что принесет, а что грузинская культура в Германию внесет. Ich glaube, der Austausch zwischen den Kulturen, zum Beispiel der deutschen und der georgischen, ist sehr, sehr wichtig, wenn man... Обмен культуры между Грузией и Германией, Западом и Востоком, это очень важно. Wenn man offen ist für die andere Kultur zu empfangen, über die politischen Hintergründe zu wissen, über die Geschichte zu wissen, die Menschen hier zu erleben, die hier leben. И чтобы беседовать о культуре, мы должны хорошо ознакомиться с людьми, подружиться с ними. И также, что за политика была в этой стране, что за этим стояло, это мы тоже должны знать. Und auch die andere Kultur zu respektieren. Ich glaube, es ist schwierig, Deutsche und Georgier zu vergleichen, aber der Austausch ist wichtig und diesen voranzutreiben und über andere Länder etwas zu erfahren und dieses mit in seine eigene Heimat zu nehmen, das ist sehr, sehr wichtig. Das sollte man vorantreiben. Она говорит, что вообще это очень важно. Ну, Грузия и Германия разные, но хорошо вот все, что мы здесь почувствовали, все это перенести в другие культуры. Dass beispielsweise die Kirche
und das Festival so eng aneinander liegen, ist für mich total neu. Sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Я вот в Германии никогда такого не почувствовала. Вот, например, церковь и культура. Взаимосвязь, да? Не, что-то так близко и гармонично все произошло, да. И едино. Да. Вот. Такого я в Германии еще не чувствовала. Но это бывает редко не только в Германии, просто вот здесь такой уникальный случай. Für Sie oder, Для вас или вообще? Я думаю, что отчасти вообще какой-то разрыв даже и в России, и вот здесь где-то наблюдается, просто в каких-то редких очагах есть единение культуры и церкви, в редких очагах. И в России та же самая ситуация, просто действительно счастливая возможность почувствовать действительно какую-то органичность существования всего вместе, красоты, религии, культуры. Хотя вот как мы говорили недавно, просто красоты. Was mich auch sehr beeindruckt ist, dass viele Kulturen so eng an einem Tisch sitzen. Bei Festivals gibt es viele Nationen, die auf dem Festival sind. Amerikaner, Kanadier, Polen, Russen. Aber hier sitzen Deutsche, Bulgarier, Polen, Russen, Georgier an einem Tisch und leben diese Kultur auf ganz, ganz engem Raum. Das ist auch sehr besonders. Да, и это тоже особенно, что за нашим столом сидели представители культуры Болгарии, России, Польши, Германии, Грузии. И я не пропустила ничего. И мы так близко и гармонично все сидели и понимали друг друга. Конечно, это замечательно. Вот фестиваль уже третий год проводится, и за эти все три года здесь звучали песни на русском, на итальянском, на польском, на болгарском, на немецком, на идыше, на иврите, грузинский, понятно. То есть на каких еще языках? И вот как будто бы вот эта песня, эти пения, даже не надо переводить. Какая разница, чем поют? Главное, мы все... Как будто бы, когда поем, говорим на одном языке. Und das Schöne ist, dass auch der Animationsfilm eine Sprache ist, den alle Nationen verstehen. Man muss den nicht erklären. Er steht für sich selbst und funktioniert ohne Worte. И еще что важно, что анимационный фильм не нуждается в переводе. Он сам за себя говорит. И это тоже всех все объединяет. Кэтрин, вы сами глава, помимо того, что вы глава Дрезденского фестиваля, по профессии кто? Анимация насколько? Ich selbst mache keine Animationsfilme. Ich bin Animation не занимаюсь. Ich bin die künstlerische Leiterin eines Kurzfilmfestivals. Я являюсь Фестиваль für kurze Filme. Организатором для короткометражных фильмов. Мне 30 лет, я изучала искусство кино, искусство культуры. Und habe mich schon sehr früh für den kurzen Film interessiert. И в очень раннем возрасте заинтересовалась короткометражными фильмами. Habe auf verschiedenen Festivals auch gearbeitet, unter anderem der Berlinale, der Filmfestspiele in Berlin. И я работала также над несколькими фильмами, принимала участие в Берлинале. Und habe mich wissenschaftlich auch mit dieser Filmform auseinandergesetzt. И научно работала, исследовала в магистратуре. Мне предложили, что как представителю искусства организовать этот фестиваль, и три года я уже этим занимаюсь. Nein, seit 25 Jahren.
Es wurde vor der Wende gegründet. 55 лет существует. А я 7 лет занимаюсь, но в течение 3 лет я являюсь руководителем и организатором этой программы. Und das Festival in Dresden hat genauso klein angefangen wie hier in Nikosi. И фестиваль в Дрездене тоже имело такое маленькое начало, как сейчас происходит в Никосии. Ganz klein, eine kleine Gruppe von Filmenthusiasten haben ein Festival gegründet und über die Jahre wurde das größer und größer und größer. И маленькие группы на своем энтузиазме создали этот круг искусства, и каждый год, с каждым годом он увеличивается и становится все больше, расширяется этот круг с каждым годом. Und es wurde zu Zeiten von Glasnost und Perestroika gegründet. Когда была Glasnost и Перестройка, в это время мы начали. И вообще, когда вот столько энергии накапливается, надо обязательно посетить это место и узнать носителем какой энергии это является. Und ich denke, dass Kunst ein wunderbarer Transporteur von Werten ist und von kulturellen Unterschieden, um diese miteinander auszutauschen. И искусство это большой носитель, и она помогает нам вести обмен и наладить взаимоотношения вот между то самое, западными и восточными культурами. Вот это то самое, что я называю, вот, ну, вот эти задумки в виде сюжетов я в свое время назвала «Грани и границы». Самое интересное, рождается на грани, и это есть преодоление границ. Понимание. Чем больше узнаешь другую культуру и другого человека, тем шире горизонт и меньше невежества. И больше толерантности. Вот. Es entsteht mehr Toleranz und Leben ist mehr schön. Und was ist ein schönes, schönes weggeht, sie sagt. Vielen Dank für das Interview. Danke, danke schön. Katrin сегодня как-то уезжает. И вот для каждого гостя какой-то маленький подарок мы приготовили. Раз она уезжает теперь, вот перед всеми вами, как-то передать ей этот наш подарок. I'm really excited. It was a great week and it had really great impressions, and I received a lot of hospitality here in Nikosi. And I experienced a lot of fine arts, so from different countries, especially from the Eastern European countries and above. And it's definitely that I will come back to Nikosi, maybe next year, maybe the year after next year, but I wish you a good luck and keep on going with this festival. It's wonderful, it's a wonderful place, and yeah, long live the animation. Постойте. Я хочу стихами сказать. Оно, суть от оно, уцхода на ребо. Зил покаве бо обкававе бо верса каве. Аминаге.